хорошо. В Челябинск прибыла выставка «Рыбак Камчатки». И уже по традиции очередь за полюбившейся продукцией выстраивается с самого утра. Мы всегда их ждем и приезжаем, покупаем. Чевычу вот вообще вкусную мы берем. Всегда ее. Брюшки вот эти берем. Вообще у них копченость вкуснее. Чавыча, кижу, чнерка, палтус. На выставке представлено более 30 видов рыбы. При этом визитной карточкой производителя неизменно остается чавыча. Удивительно тем, что она готовится в печах из красного кирпича, только по старинным рецептам, при этом сохраняя все свои свойства, витамины, микроэлементы и также все вкусовые качества. Вот мягкость этих плавничков говорит о том, что рыба очень свежая и вкусная. Яркий оттенок и насыщенный аромат удается получить благодаря копчению на натуральных опилках ольхи, яблони, вишни. Помимо обработанной продукции, прямой поставкой с Камчатки доставляется и свежая рыба. Сразу после вылова она чистится, моется и подвергается шоковой заморозке при температуре минус 30 градусов. Специальная вакуумная упаковка сохранит деликатес на целый год. Жена попросила сегодня, говорит, праздник, надо, говорит, взять рыбы. А я всегда покупаю икру, едим на бутербродик, а чебыч так с картошечкой. Вкусно? Очень вкусно. Рыбная выставка «Рыбак Камчатки» продлится до 17 февраля во Дворце спорта «Юность» по адресу Свердловский, проспект 51.